ты должен нам ответить, какой национальности этот человек? Дагестанка. Ну вот честно, да, вообще. Да, армянка. Армянка? Нет, грузинка. Наверное, русская, но наполовину отвечай. Вы меня азербайджанка как-то? Да. Вот так вот. Я Алина, на 1/8 турчанка, на половину иранка и на оставшуюся часть русская. А эта девушка еврейка. Славянская внешность, мне кажется, русская. Наполовину русская и что-то угадывается монголоид. Меня зовут Ангелина, и на 1/4 я гречанка, на 1/4 я белорусская, на 1/8 я казашка, и остальная часть я русская. Что-то смешанное. Да. Русский и... Я не знаю. Да, русский. Русский. И тут немец, сразу видно, немец, да. Немецкие корни точно есть у этого парня. Чуть-чуть, по-моему, что-то другое там, наполовину. Ну не, хотя русский. Нет, русский, да. Меня зовут Кирилл. На 3/4 я русский, на 1/4 я немец. Как, ну, ближе к России, как к Германии. Или, нет, или к Финляндии. Полячка. О, вот это вот такое лицо, овал лица у нее, ну вот белорусский, мне кажется, вот точно говоря. Меня зовут Софья, я на 25% белорусочка, на 5% башкирочка и на 75% русская. Британка. Тут, конечно, сложный вопрос, мне кажется, это какое-то монгольское племя, вот корни оттуда идут, да. У меня дедушка монгол, вот, мне кажется, оттуда, да. Вот она точно либо из Якутии, либо из Бурятии. Вот это 100%. Меня зовут Марина. Я наполовину русская, а наполовину цыганка. Она напоминает японку немного. Это метиска, скорее всего. Ну, азиатка. Может, она из Бурятии? Меня зовут Элина, и я бурятка, но на 1/8 я русская. Не торопитесь судить о людях по внешности. Наша история сложнее, чем кажется. В каждом из нас живут частички других народов, даже если мы этого не замечаем.